Поднимается барабан на эту сцену. Дайте поаплодируем барабану все вместе! Ой, как тухло! Это не будет хрустально, это что-то кого-то шуя. Барабану! Наконец-таки! Я уже не знаю, что вам говорить. Барабан на этой сцене, плов уже раздается. В общем, движуха начата. Детишки, вот сюда, прям вот в эту площадь. Не стойте у... А внуки уже есть или еще нет? Нет, еще. Это типа мотивация детям? Смотрите, игрушка какая. Теперь покажи. Вот он! Победитель, давайте мы аплодируем! Видите, вопрос. Нет. Аня, скажите, пожалуйста, часто покупаете что-то в нашем магазине? Бывает. Вот такую поняху. Значит, правила ухода. Вычесывать, кормить не надо. Кормить не надо, выгуливать на улицу в два раза. Все вместе! Вот это правда. Держите вам. Нужно сказать слова благодарности. Скажешь? Спасибо, все. Дайте тогда пятерочки. Дайте поаплодируем все вместе. Забрали приз. Хорошо. Взрослых-то сколько, господи! Да она у нас продается 500 рублей, хорош! Давайте сверим. Да, все верно. Слушайте, вы правда мечтали об этой кукле? А две девочки у вас, да как зовут? Ирина. Олесенька, а старшую Аделина. А как они кукол делить будут? А у них есть три куклы. А четвертую зачем вам? Чтобы было поровну, по две. Понятно, хорошо. Я думал, себе хотите четвертое. Итак, кукол достается вам. Красивая куколка? Конечно, нравится. Вы улыбались. Итак, давайте скажем слова благодарности магазину. Вы знаете, я очень рада, что у нас есть такой магазин. Хочу сказать большое спасибо вам за хорошие цены, за большой выбор. Ой, ну, в общем, процветания вам, добра. И чтобы больше было у вас народу. Чтобы больше покупателей. Очень круто сказали. Знаете, Ольга, у вас один всего билетик? Один. Серьезно, у вас один билет. Вы привет, чековал, держите вам. Билетик только нам. У вас один билет. И вы выиграли приз. Да. В курсе то, что там их 10 тысяч штук? Больше. Даже больше. Вы очень фартовые. Все вместе. Пятерочку. Ага, я думал, уже обломаете. Хорошо. Итак, продолжаем. Как вас зовут? Марина. Билетик. Все правильно. Один тут у вас билет? А сколько было всего? Один билет. Один. Какие везучие все. А как зовут? Галина. Галина, а пробовать будем? Да. Нет? Ребенок будет пробовать. Или муж присядет? Муж потом. Муж потом, хорошо. Он, кстати, мягкий, если что, не ломается. Все, нужно сказать слова какие-то вот у нас представители магазина. Спасибо большое магазину. Всем? И все, да, и хватит, да? Много еще будет тут это расфуфыриваться, да? Спасибо, и хорош. Дайте поаплодируем все вместе погромче. Давайте заряжаем энергии. Хотим сказать об этом вам, чтобы вы знали. Если есть те, кому тяжело, те, у кого много детей, да, можно прийти к нам в магазин, обратиться к администрации магазина, и мы окажем вам помощь. То есть абсолютно всем, кому требуется помощь, мы помогаем. Если много детей и действительно тяжело. Поэтому давайте вот в этом моменте, таком некотором чувстве, давайте поаплодируем учредителю магазина погромче. Это достойно крутых аплодисментов. Да, это действительно круто. И, в общем, все, больше нечего сказать. Дайте поаплодируем нашей победительнице. Вот она на этой сцене. Вот такая сумочка тебе достается от магазина «Дом одежды и обуви». Ну как, нормально? Да. Сильно? Да. Модная? Да. Молодежная? Очень. Ну так вот такие вещи у нас, однозначно. Давайте еще раз поаплодируем победительнице, давай пятерочку. Настя, желаю тебе следующих побед. До вечера выиграла один из самых главных призов. Как вас зовут? Людмила. Людмила. Людмилочка, вы наша краса. Чеки, я верю вам, у вас честные глаза. Значит, чеки у вас есть, билеты есть. Людмила, скажите, пожалуйста,
как вам этот шикарный мягкий девайс от магазина «Дом одежды обуви»? Очень нравится. Игрушки. Хотя внуков нет, но он будет для меня. Будет для... Вот, вот это правильное решение. Будет для Людмилы эта мягкая игрушка. Обниматься будем вечером с ней? Все, а с вами будут. Давайте поаплодируем все вместе! Огонь, огонь. Продолжаем, продолжаем раздавать подарки. Да-да. Ой, очень странно, да? Мне кажется, что лучше тогда машину продать, 1000 штук купить и целый день их стоять разыгрывать. Все вот тут с машинами, с пультом управления. Я знаю, что вы все хотите. Но ты погляди, сколько желающих, да? Давай еще раз. Кто хочет? А. Все хотят. А первый билетик 83217. Есть. Держите. Как вас зовут? Елена. Елена, сколько у вас билетов? 3. 3. Уже 2. То есть один сыграл. Вот. И вы выиграли машину сегодня. Круто? Спасибо. Вот скажите всем, что вы выиграли тачку сегодня на розыгрыше. Вот она, да. И получается, и не соврали, так ведь? Да, да, да. А есть кому подарить? Есть. Да. Сын. Сколько сыну лет? Ему 12. Ему 38, да? Да. Ладно, шучу. Как вас зовут? Юля. Юль, давайте сверим билетик. Есть, точно. Он. Держите крепко. Отдаем. Юля, когда сегодня с утра проснулись, светило солнце к вам в окно, ожидали ли вы, что окажетесь на этой сцене? Да, конечно. Вы уверены были, да? Да. А думали, что придете, за сумкой или за машиной? За стиральной машиной. За стиральной машиной. Но придется забрать сумочку, в общем. Но она очень классная, очень крутая. Нужно сказать слова благодарности магазину, так как сегодня розыгрыш, праздник. Спасибо вам за ваш магазин. Да не за что. Дайте поаплодируем все вместе. Продолжаем разыгрывать. Сравним ваши циферки, ваши, хорошо. Остальные держите, этот я забираю. Оп, держите. Итак, Михаил, скажите, пожалуйста, дома есть микроволновка? Есть, да. А вторая зачем? Будет две. Будет две, то есть столько много еды дома, да? Конечно. Просто одновременно, чтобы не греть, как это, знаете, два туалета, две микроволновки, в общем. Михаил, я вас поздравляю. Нужно сказать слова благодарности магазину. Да, спасибо большое. Очень хороший магазин, приемлемые цены. Молодцы. Отлично, давайте поаплодируем громко-громко. Огонь, огонь. Итак, те, кто кричат «я», не зовут Тамара. Так, перейдите к вам. Тамара, скажите, пожалуйста, пирожки умеете готовить? Да. Хорошо делаете это? Конечно. Вот в этой штуке это можно делать прямо за 35 минут, вы знали? Нет, но теперь не знаю. Теперь будете знать. Тамара, в следующем году же будет розыгрыш, правильно? В следующем году ждем вас с пирогами, договорились? Все? Вы слышали, да? То есть, чтобы с пирогами и всем, да? Согласны со мной? Тамара, это приз остается вам. Дайте поаплодируем Тамаре, чтобы она точно нам принесла пироги. Погромче аплодисменты, не слышу вас! А забыла уже, да? Давай. Мы с вами знакомимся. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, давайте билетик. Вы ребенка потеряли. Как зовут ребенка? Егор, ты нас видишь? Новая техника, Егор. Осваивай ее. Я верю, что ты с ней справишься. Где тут кнопка включения? Покажи. Ну вот, сразу профи. А мама, ты не знаешь, где кнопка включения? Дайте поаплодируем Егору. Егор, забирай этот подарок твой. Егор самый главный по пылесосу. Дед у нас дама в пачке билет не разорвала есть. Держи. Держите вам. Давай, как тебя зовут, скажи мне? Аня. Ань, а родители в курсе где-то сегодня? Да. Да? А как ты думаешь, ожидают они, что ты придешь домой с телеком? Наверное. Давай, знаешь, как мы сделаем? Мы сделаем с тобой прикол. Ты зайдешь домой и скажешь сперва, прежде чем не говорим, что выиграл телек, зайдешь домой и скажешь, я выиграл 3 чупа-чупса. Это самый главный приз был. А потом скажешь, ну еще телек забрала, да? Да. Мне кажется,
конечно, они будут в шоке. Держи. Ань, слова благодарности. Скажешь, погоди, все-таки телек. 40 диагональ. В комнату себе поставишь? Да. А что будешь смотреть? Да. Херню какую-то, я понял. Давай, давай тогда. Скажи слова благодарности магазину. Спасибо магазину за вещи, за все, что у них продается. А что на тебе сейчас из магазина? Куртка на тебе сейчас? Модная куртка, скажите, пожалуйста. По мне очень сильно. Анют, сейчас молодые люди помогут тебе спустить телевизор. Давай пятерку. Ты молодец. Просто умница. Выиграла телек. Давайте с вами познакомимся, сейчас там оторвут, все назад отдадут, не переживайте. Как вас зовут? Наташа. Наташ, Наташ, скажи, пожалуйста, мне, какой стиль музыки ты любишь? Рэп. Рэп любишь? Нет. Мияги любишь? Нет, скриптонит. Давайте поаплодируем все вместе! Забирай! Давайте с вами знакомиться. Иди сюда. Как? А, это вам я в шапку кудал чупа-чупса, да? Попал? Красавчик просто. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Правда ли говорят, что в молодости вы были бодибилдером, правда? Нет. Нет, а я думаю, у вас силы хватит. Одна донесете? Нет, точно. А я думаю, на плечо закинете и прям спокойно и пошли. У вас сейчас супер крутой подарок от магазина «Дом одежды обуви». Скажите, рады ли вы? Очень! Дайте поаплодируем! У вас сколько билетиков всего было, Татьяна? Четыре. Четыре билета? Татьяна, вы из «Гуся Хрустального». Ваша задача будет теперь всем рассказать о том, что здесь сегодня вы выиграли холодильник. Дайте поаплодируем! Все приходите в этот магазин. На самом деле... Так, давайте сверим. Да, все так. Берите этот нам, вот этот ваш. Как вас зовут? Николай. Николай, Николай, скажите, пожалуйста, нужна стиральная машинка в доме? Да, обязательно надо. Надо поменять старую? Да, да. А старую принесете нам, мы ее разыграем? Обязательно. Все. На следующем году жду вас, Николай. Гляжу, в конце площади стоит стиральная машинка со старой. Николай, я вас поздравляю. Вы забрали предпоследний приз. Предпоследний. Это стиральная машинка. Нужно сказать слова благодарности. Спасибо магазину, что он есть. Все. Дайте поаплодируем громко-громко! Николай, мы сейчас пока поставим его в сторону. Попозже заберете, ладно? Вали! А, сейчас. Разбежались. Это они чупы-чупсы раздавать, да? Тачки разыгрывать вообще-то. Кто хочет машину? Итак, сейчас будет самая ответственность. Все отошли от сцены. Все, вот сюда. Отойди. Кольнулся. Давайте сверим билет. Давайте с вами, как вас зовут? Мария. Мария, вы в курсе, что вы тачку выиграли? Нет, серьезно. Не верю. Не верите? Это правда. Смотрите, ключи вам. Бабочки, видали? Дайте поаплодируем мне! Мария. А это кто ваш? Я держала этот билет моей подруге Маше. И я перед тем, как его разыграть, я сказала...